Следственный комитет расследует новые финансовые махинации вокруг инновационного центра «Сколково». Речь идет о миллиардах рублей, которые выделили на развитие Наукограда. Вместо этого крупная сумма долгое время хранилась на счетах одного из банков. Следствие проверяет полученную из ФСБ России оперативную информацию о допущенных фондом «Сколково» фактах нецелевого расходования 3,5 миллиардов рублей, которые были выделены именно на развитие Наукограда и которые были размещены на депозитах Медкомбанка, аффилированного, кстати, президенту этого фонда «Сколково» Виктору Виксельбергу. То есть фактически субсидии, выделенные фонду из федерального бюджета на создание центра Сколково, на длительное время оседали на депозитах этой кредитной организации. Кроме того, мы также расследуем и факт перечисления фондом в виде гранта более 400 миллионов рублей организации, которая не являлась участником проекта Сколково.